Настоящую спецоперацию пришлось проводить сотрудникам Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с нашими областными полицейскими, а также оперативниками регионального УФСБ. Силовую поддержку обеспечили бойцы ОМОН. Результат получился предсказуемым. Задержан 47-летний, ранее осудимый житель города Новосибирска, который в период с марта 2019 по сентябрь текущего года незаконно приобретал и хранил у себя дома оружие и боеприпасы. 7 сентября сотрудники полиции прибыли по месту жительства фигуранта в квартиру, расположенную в Калининском районе города Новосибирска. И чего там только не нашли правоохранители. Предметы, похожие на пистолет, пулемет и револьвер с признаками конструктивных изменений. Заготовки для изготовления оружия и приспособления для снаряжения боеприпасов. Сыпучие вещества, являющиеся бездымным порохом массой более 400 граммов, а также 100 патронов. Как выяснили оперативники, злоумышленник хранил оружие и боеприпасы в квартире в специально оборудованном схроне, где также были обнаружены чертежи, инструменты и специализированная литература по сборке оружия. Обнаруженное изъятое направлено на экспертизу в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Новосибирской области. По данному факту возбуждены сразу два уголовных дела по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также за незаконное изготовление оружия». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.